такое гордое призвание давать другим образование, частицу сердца отдавать, пустые ссоры забывать. Веснами объясняться трудно, порою даже очень нудно. Спасибо вам за то, что вы всегда бывали так правы. Хотим мы пожелать, чтобы вы не знали бед. Здоровья, счастья на 100 лет. Учителю истории. Уважаемая Анна Сергеевна, урок истории для нас, как приключение каждый раз. Готовы вечно слушать вас о прошлом Родины рассказ. Здоровье не подводит, пусть не знать желаем слова грусть. Учителю обществознания. Уважаемая Елена Анатольевна, нет предмета интереснее, чем обществознание. Вы нас учите чудесно выполнять задания. Пусть удача будет с вами и успех значительный. Поздравляем с этим днем, с днем учителя. Учитель ЮЗО, уважаемая Татьяна Николаевна, рисование уроки – это просто сказка. Вам, учитель наш, спасибо за добро и ласку. В праздник ваш мы пожелаем красок, только ярких. Пусть капризная судьба делает подарки. Учитель технологии. Уважаемая Марина Геннадьевна, вы учитель в мире лучше. Технологии знаток. И всегда приятно слушать, как ведете вы урок. Пусть коллеги уважают, слушают ученики. И все будни пролетают интересно и легко. Учителю информатики. Уважаемая Светлана Михайловна, в день учителя ваш праздник. Вас сердечно поздравляем. Информатику всем классам любим мы и уважаем. Учителю английского языка. Уважаемая Ирина Александровна, поздравляем с Днем Учителя. Пусть ваша life будет прекрасной и удивительной. Пусть в вашем сердце живет love. Пусть во всем сопутствует good luck. Пусть каждый день будет wonderful. И помните, don't worry, be happy, be smile. Желаем всего хорошего. Учителю русского родного языка, уважаемая Светлана Владимировна, в день учителя сердечно крепких сил желаю вам и заботы бесконечной, и любви к ученикам. Учителю музыки, уважаемая Елена Владимировна, пусть радостная музыка звучит, счастье ваше полным доброты, пускай в душе гармония царит, и все осуществляются мечты. Учителю русского языка и литературы, уважаемая Ирина Викторовна, знание литературы – вот залог любой культуры. Эти знания важны, книги все читать должны. Только учите вы нас, прочитав любой рассказ, в нем всю мудрость находить и учиться честно жить. Вы, учитель, словно маг, мы желаем вам всех благ. С днем учителя сейчас поздравляем дружно вас. Учителю физкультуры. Уважаемая Наталья Алексеевна, физкультура – это сила. Вам спасибо за предмет. Ведь на поприще спортивном педагога лучше нет. Пусть проходит жизнь движений. Новый день вам счастье даст. Поздравляем с уважением. С днем учителем у вас. Учителю математики. Уважаемая Марина Викторовна, плюс на минус перемножим и на дроби все разложим. В степень возведем опять и начнем вас поздравлять. С математикой дружить, значит верно умножить. Вас за труд благодарим, вами очень дорожим. Учителю биологии, уважаемая Ирина Вячеславовна, с днем учителя поздравить вас хотим сердечно. Ваши знания о природе с нами будут вечно. Психологу. Уважаемая Ирина Андреевна, кто нас в школе успокоит, кто подскажет, как нам быть? Ну, конечно же, психолог, как нам его не любить? Удивительное дело, как к нему бы ты ни пришел, выйдешь ты из кабинета, а вокруг все хорошо. Пусть же в вашей жизни тоже будет все тихо и спокойно, пусть наполнит сердце счастьем и польется песня вольно. Уважаемый Герман Евгеньевич, мастерить, готовить, клеить, прибивать, чинить паркет. Педагог нас всех научит и всегда нам даст совет. С праздником сейчас поздравим. Мы учителя труда. Пусть всегда он будет счастлив, не болеет никогда. Поздравляем с праздником!